Месяцы строительства, десятки тестовых запусков, и вот момент настал. В Тирасполе открыли фонтанный комплекс. Как это было в режиме онлайн, видели подписчики нашего инстаграма. Мы вели прямой эфир. Его смотрело почти 1000 человек от Каменки до Бендер. Подписывайтесь и вы. Ну а пока у всей страны развивается то, что в нашем вайбере мы назвали фонтанозависимостью. Десятки людей отсчитывали секунды до открытия фонтана. Многие видели тестовые запуски. От этого эмоций еще больше. И вот он, торжественный пуск. Фонтан запел, ноты берет высокие, взлетает на 20 метров вверх, исполняет в основном классику в современной обработке. Этого ждали, это произошло. Великолепно и феерично, говорят свидетели этого события. Мы не можем с этим не согласиться. Вы только посмотрите на это великолепие. Водопад, каскады, водная стена. В восторге и дети, и взрослые. Очень сильно понравилось, честно. Что больше всего нравится? Подсветка. Очень хорошо выполнен. Я засмотрелся и понял, когда красный цвет, это как и грозная музыка, это как будто вулкан. Настолько приятно, спасибо большое, что действительно в нашем Приднестровье, в маленькой стране, в маленьком городе есть такая вот красота. Общая площадь фонтанного комплекса 750 квадратов. Вода повсюду. Струится, пенится и даже играет с детьми. Рядом скамейки и цветочные арки. Ну что ж, фонтан запел и затанцевал. Теперь уже официально. Комплекс будет работать по будням в тестовом режиме. И так до самых холодов. А по выходным танцевать фонтан будет под музыкальные номера наших творческих коллективов и камерную музыку.